В социальных сетях растет популярность кибастузского мальчика, который увлекся маникюром. В свои 12 лет Арулат мастерски выполняет заказы любой сложности. После выхода в эфир сюжета на телеканале «Хабар-24» маме юного мастера начали поступать звонки от неравнодушных казахстанцев и россиян. Люди откликнулись и предлагают финансовую помощь для лечения 6-летнего брата Арулата Бекарыса. Напомним, в 3-летнем возрасте малыш упал с 3-го этажа и получил серьезные травмы головы и позвоночника. Сейчас мальчик парализован и нуждается в постоянной реабилитации. Родители возят ребенка в Кыргызстан, где один курс лечения обходится семье почти в 250 тысяч тенге. По словам Сани Рахимовой, собранные средства на данный момент уже превысили 1 миллион 800 тысяч тенге.